Привет, друзья! Сегодня я покажу на своем примере, как пользоваться горкой при подборе обуви. Мне понравилось две пары этих ботинок, сейчас будем их примерять. Мне уже надета одна пара трекинговых носков, и сейчас мы наденем вторую пару, чтобы смоделировать ситуацию в горах, когда холодно. Когда я поднимаюсь вверх по горке, моя пятка уходит назад, и голень хорошо зафиксирована. Когда я спускаюсь вниз по горке, я чувствую, как мои пальцы упираются в носок ботинка. Это значит, что ботинки мне не подходят, мне нужна пара побольше. Сейчас я делаю вторую пару ботинок, и мы проверим разницу. Две пары этих ботинок. Я выбрала себя эту, она показалась мне более удобной, и на склоне я буду чувствовать себя более уверенной.